Пробег 4366. Проблема в следующем. Лопнул заводской багажник. Вот этот. Его хватило на 5 месяцев. Из-за веса с куфром плюс на кучках в селе. По умолчанию он стоял примерно вот так вот. Сейчас вот. Вот эта система вот лопнула. Всего на 5 месяцев хватило. Будем покупать новый багажничек вот этот.